преподобный Дионисий по прозванию Щипа подвязался в Киево-Печерской обители в 15 веке. Имел он сан пресвитера. Смиренно нес Дионисий все послушания, кои давал ему настоятель. Строго исполнял он молитвенное правило и другие иноческие подвиги, ибо Господь прославил угодника своего удивительным чудом. Случилось это на Пасху 1463 года. Преподобный присматривал в то время за дальней пещерой, и в великий день во время пасхальной утренни Дионисий обходил скождением мощи святых угодников. Когда дошел он до места, которое называется «община», то, покадив, сказал: «Святые отцы и братья, Христос воскресе!» Тут как гром прозвучал ответ от святых мощей: «Воистину воскресе!» С того дня преподобный Дионисий ушел в затвор и после многих трудов отошел ко Господу. Чудо с преподобным Дионисием засвидетельствовано в 8-й песне общего канона «Киево-Печерским святым». Погребен святой в дальних пещерах. Шестнадцатое октября. День памяти преподобного Дионисия, затворника Печерского.